этой книге собраны чудесные истории о маминой любви. Рассказов очень много, все они довольно объемные. Читаешь ребенку три сказки перед сном, и он спокойный и довольный засыпает. Вроде бы все сказки про зайчиков, котиков и белочек, но на самом деле каждая из них реально могла бы случиться в жизни любого ребенка. Я вам сегодня расскажу одну из этих историй про мышонка, который первый раз пошел в детский сад. Ему здесь было очень грустно, ему казалось, что мама его тут бросила. Но дети вместе с воспитателем сели мастерить открытку для мамы, и оказалось, что это очень интересно. Ножницы, бумага, клей. Представляете, как мама обрадуется, когда получит такой подарок. Малыш старательно приклеивает ромашку на бумагу, и время пролетело очень быстро. Но когда все закончилось, ему снова стало грустно. Но скучать в детском саду некогда, уже позвали на урок музыки. Всем раздали трещалки, стучалки и гуделки, и кажется, у малышей сейчас получится настоящий оркестр. Мышонок пошел за колокольчиком, который лежал на подоконнике, и вдруг через окно увидел свою маму, которая не забыла про него и тоже очень-очень скучала. Когда воспитательница спросила, придет ли мышонок в детский сад завтра, он, не раздумывая, сразу согласился. Ведь его мама, как и все другие мамы, ни на минуту не забывает о своих малышах. Сказка отличная.